сейчас я предоставляю слово Сергею Удальцову! Дорогие друзья, на самом деле в этот момент я должен был быть на допросе у следователей Следственного комитета. Но я сделал свой выбор, и я здесь, я вместе с вами, а следователи подождут. Жулики и воры сегодня в панике, вы видите? Один за всех! Один за всех! Один за всех! Но для того, чтобы 2012 год стал последним годом правления жуликов пород, нам надо вовлечь в нашу борьбу еще миллионы тех, кто сегодня колеблется и сомневается. Поэтому наша задача сформулировать четкие, конкретные требования. И мы это будем делать прямо сегодня. Сегодня будет озвучен манифест свободной России, в котором сформулированы все наши политические требования. И мне хотелось бы знать, поддерживаете вы эти требования или нет. Мы требуем в первую очередь освободить всех политзаключенных. Вы за? Мы требуем реальной политической реформы и реформы закона о выборах, а не той имитации, которую нам подсовывает Путин и Медведев. Вы за? Мы требуем прямого эфира для нашего гражданского движения на всех центральных телеканалах. Вы за? И самое главное, мы добиваемся как можно скорее проведение досрочных, честных и свободных выборов парламента и президента. Нам нужны честные выборы. Вы за? Вот наша повестка дня. И пусть никто не говорит, что у нас нет конкретной программы. Но помимо этого, я убежден, мы должны говорить и о насущных социальных проблемах, которые сегодня заботят миллионы простых граждан. И самое главное, некоторые говорят, что после сегодняшнего марша у нас начнутся летние каникулы. Вы согласны с этим? И я тоже не согласен. Одним словом, дорогие друзья, я убежден, 100 тысяч сегодня на улицах Москвы – это залог того, что мы победим. Победим уже очень скоро. Победим в этом году и освободим Россию от игр жуликов и воров. Ведь мы боремся не против. Мы боремся за честную власть, за свободные выборы, за свободную Россию. И я убежден, победа будет за нами. Победа будет за нами. Победа будет за нами.